как настоящие. В музейно-выставочном центре на Советской открылась выставка кукол. Впервые вниманию ивановцев представили реборнов, необычайно реалистичных кукол. Инициатор выставки – ивановская мастерица Анна Назарова. Увлеклась декоративно-прикладным творчеством сама и смогла объединить вокруг творческих людей. Куклы-дети, как называют реборнов, безусловно, привлекают внимание посетителей. Мастерицы признаются, что очень трепетно относятся к каждой своей работе. Когда ты делаешь куклу на заказ и отдаешь ее, то испытываешь чувства такие достаточно неоднозначные. Да, ты и погладишь, и поцелуешь, и обнимешь, нежно упакуешь и отправляешь. Все-таки, наверное, какое-то такое детище. Создание реборна – трудоемкий процесс. Хотя в основе лежит виниловая заготовка, образ полностью продумывает и создает художник. Эффект 3D возникает за счет многослойности красок. Есть определенные краски, достаточно такие интересные. Не просто ты покрасил и высушил, они запекаются при определенной температуре, определенное время. И вот таких цветов, слоев может быть очень много, до 40, до 50. Вот, в зависимости от того, сколько, как хочет, как видит автор. Вот. Вот эти вот все покраснения, даже мы прописываем с помощью увеличительного стекла капиллярчики, сосуды, вены. То есть все это прорисовывается. Другая мастерица Елена Грунчева представила вниманию посетителей миниатюрные интерьеры. Их она мечтала создавать еще в детстве, но всерьез этим увлечением начала заниматься несколько лет назад. Сначала собрала кукольный дом из покупных предметов. Теперь старается каждый элемент интерьера делать сама. Например, те же флаконы, допустим, для духов мы можем сделать из бусин, из каких-то оставшихся стекляшек. А вот бокалы для кукол, ну, насколько это этично, но можно даже сделать из капсулы для таблеток. То есть вот половинка капсулы, поставленная на ножку. Прекрасный бокал. Выставка кукол продлится до 22 апреля. Мастерицы планируют провести мастер-класс «Первые шаги к созданию кукол Реборн», в ходе которого можно будет потрогать образцы и познакомиться с росписью. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.